Всем приветики, ребятушки! У нас с вами весна продолжается уже какую неделю. Нам надо с вами срочно разбираться с трендами. Сегодня мы будем с вами разбирать тренд яркие губы, яркие глаза. Как я вам в предыдущем видео говорила, мы с вами пойдем по наборам. Мы в Krygina Cosmetics собрали вам несколько ключевых трендов, которые вот носибельные, которые вот мы точно уверены, что вы будете применять и сами в этом легко разберетесь. Poppy Blossom называется, они все называются какими-то букетиками, соцветиями и так далее. Это, как я уже сказала, набор, где будут яркие и губы, и глаза. В новом модном сезоне актуальные оттенки достаточно темные и яркие, но в повседневных образах. То есть не так, что вы накрасили бордовым губы и надели вечернее платье. Нет, вы сделали себе какие-то роскошные стрелки или смоки, накрасили темно-красным или густым красным губы и просто джинсы, футболка и все. Ну, то есть, как бы, вы понимаете, да, что все должно быть на контрасте. В наборчике Poppy Blossom, так же, как и в других наборах, есть инструкция, весьма она длинная, о том, как сделать себе мейк с обложки, но вы также экспериментируйте, потому что очень легко переставлять продукты местами, менять интенсивность каких-то продуктов, в общем, делать так, чтобы у вас максимально получились разные мейки всего там 3 продуктами. В этом наборе, почему вообще классно покупать набором, потому что набор покупать очень выгодно. Там всегда универсальные продукты, и там всегда есть хорошая скидка, потому что это набор. И очень клевая коробка. Я прям коробки эти обожаю, потому что в них столько всего полезного и клевого можно складывать. Здесь у нас Concrete Dark Red, Metal Ice Quick Silver для смоки и фиксирующая пудра. По сути, 3 очень универсальных продукта, потому что даже если вы не захотите использовать их вместе, ну, допустим, не будете делать яркие глаза и яркие губы, вы можете отдельно использовать Concrete Dark Red в качестве повседневной своей яркой помады. Это вот у меня в этом сезоне мой цвет, я постоянно его использую. Можете использовать Concrete Quicksilver, если вы любите смоки айс, и просто поверх черного конкрета набивать его пальцы, у вас будут офигительно крутые, красивые, глубокие смоки, глаза будут такие прям прозрачные, как, такие как кошачьи от этого металлайста. И тоже можете его использовать со светлыми губами. А пудра так вообще бестселлер. Пудра супер универсальная для того, чтобы сделать эффекты фотошопленного лица, заматировать и чтобы макияж держался стойко весь день. Ничего лишнего, в общем. Итак, перед тем, как нам начать краситься, у нас должен быть выровнен тон. И он, в принципе, у меня уже выровнен. Я чуть-чуть затонировалась, не наносила консилер, ни больше ничего не делала. И вот смотрите, с учетом того, что у нас 2 ярких акцента, мы все равно должны выбрать какой-то один главный. И один главный будет это Concrete Dark Red на губах. Вот давайте с него и начнем. Сразу разберемся с губами и дальше вокруг этих ярких губ будем выстраивать весь мейк. Тогда у нас получится сделать крутой яркий мейк, но не перегружая лицо. У меня прям прикончено почти уже еще одно нанесение, и вот эта упаковочка пойдет в специальный контейнер в офисе нашем Krygina Team в голубом домике. Если вдруг кто не знает, то мы собираем обратно наши упаковочки и даем вам скидку 10% на следующую покупку, если вы принесете вот такую козявку от конкрета или от любого другого продукта Krygina Cosmetics. Сдавайте нам тару, мы ее правильно утилизируем, переработаем, и снова она вернется в использование. Итак, поехали! Прям плотно, ровненько закрашиваем губы конкретом, как помадой. Dark Red просто супер роскошный цвет. Просто губы бархатные, сразу чувствуешь себя very, very, very дивой. И вот смотрите, мы накрасили с вами губы очень ярко, очень интенсивно. И это явно будет самый вообще главный акцент макияжа. Вот даже с учетом того, что глаза будут ярко, все равно это будет самый главный акцент. И теперь давайте делать то, без чего мы точно не сможем, чтобы вот все этапы, от которых мы можем отказаться или которые мы можем сделать полегче, мы в конце их, собственно, такими и сделаем. Все этапы макияжа выстраиваются по принципу важности и абсолютной необходимости. Вот губы у нас самые важные, абсолютно необходимые, мы накрасили их в первую очередь. Что следующее? Вот я точно накрашу ресницы. Вот 100%. Без накрашенных ресниц этот мейк не состоится. Поэтому следующим этапом я буду красить ресницы. Дольче Габбана. Густющая черная тушь, которая просто роскошные делает ресницы черные. Крашу прямо от корней, очень ярко. Она кремовая, ее очень легко наслаивать. Вот этим и займемся. Супер яркие ресницы нужны. И второй глазик. Так, верхние ресницы накрасили, пока остановимся, потому что нижние сразу ярко красить не надо. Можно переборщить. Вот скажите вы мне, без чего этот макияж не состоится? Вот чего здесь явно будет не хватать? Коррекции лица будет не хватать, потому что лицо стало очень плоское. Губы яркие, глаза вот выделены только в одном месте. Лицо сразу становится немножко плоским. Давайте восстановим объем и сделаем все черты лица более аккуратными. Я возьму конкрет в оттенке Chestnut. Это теплый коричневый, мы сделаем им легкую коррекцию, и также он у нас будет втушеван в румянец, который мы потом будем наносить. Наберу немножко кистью, растушую, можно на палитре. Я очень люблю на руку. И прорисую. Коррекция здесь будет мягкая достаточно. Новое лицо мы выпить не будем. Будем подчеркивать то, что есть. Он очень легко корректирует скулы, при этом растушевывается в красноватый оттенок, получается эффект румянца. Видите? И таких ярких губ, в принципе, такого румянца, вот такого эффекта более чем достаточно. Если вы хотите такие морозно-румяные щечки, то добавите немножко конкрета Dark Red на яблочки щек. А пока оставим растушеванный Chestnut. Его же растушеванный конкрет Chestnut немного нанесем на глазки, на складку верхнего века. Очень мягко растушевать и чуть-чуть растянем к вискам. Я прям пальчиком растушевываю, чтобы... Растушевываем, растушевываем, растушевываем. Очень мягко. Еще раз повторяю, задача не накрасить сильно, а только оттенить. Конкрет Chestnut для этого прям идеален. Я вот даже пальчиком могу растушевать. Очень-очень-очень мягко. Снизу немного. И дальше глаза. Metal Ice в оттенке Quick Silver. У меня есть уже открытый мой. Я возьму вот такую вот кисточку бочоночком, тоненьким, заостренным. Это NYX. Чуть-чуть смочу фикси-спреем. Фикси-спреем Krygina Cosmetics. Он увлажнит кисточку, и у нас нанесение будет именно влажной техникой. Вот я, у меня есть небольшая палитра, крышечка. Я сюда себе насыпала. Сюда набираю. Утрамбовываю плотненько, прям плотненько-плотненько кисточку. И провожу по контуру. Получится такая серебристая стрелочка. Вот, можем ее немножко растушевать, можем оставить более четкой. Вот тут уже как вам больше нравится. Я рекомендую сначала сделать линию четкой, а потом уже, если захотите, растушевать. Растушевать вы всегда успеете. учетом того, что цвет, который мы используем, он не черный, это вообще металлик. Видите, они там переливаются. Благодаря этому стрелки выглядят не агрессивно, не тяжело. И я вам рекомендую делать их прям пошире. Потому что из-за отражения света они могут казаться такими, знаете, слишком полупрозрачными. А нам все-таки надо, чтобы было хорошо видно. И давайте продлим стрелку на нижнее веко. Уже не так широко, просто немного подчеркнем контур нижний. И вот нижнее веко мы уже немного посильнее растушуем, чтобы создать здесь тень. Есть очень просто. Теперь явно не хватает бровей. Чтобы брови не были слишком яркими и чтобы они не добавляли еще один акцент на лицо, не отвлекали от губ и глаз, я смешаю два конкретика. Это конкрет топ, которым я обычно делаю брови, и добавлю в него конкрет хаки. Смешаю 50 на 50, оттенок получится чуть более светлый. Вот, брови получились ярче, шире, но при этом светлые, практически, ну вот от корней волос вообще они не отличаются. Давайте чуть-чуть накрасим нижние ресницы. Чуть-чуть, почему? Потому что тяжелые нижние ресницы утяжелят нам весь мейк. Оставьте их легкими. Лучше еще один слой верхних ресниц. Накрасьте себе нижние, оставьте прям тоненькими, такими легкими. И финальный штрих Fix It Powder. Почему она в этом наборе? Потому что очень классно этот мейк смотрится с матовой кожей, и очень круто, когда вы его прям зафиксируете. И мы рассчитываем на то, что вы вот так с утра накраситесь и тусуетесь прям до вечера. Пудра, которая... Можно прям в крышечку в нее насыпать. Очень круто матирует. Я маленькой кисточкой сюда залезла. Видите, она какая легкая, поднимается, как пар. Я легко, легко, легко буквально вот заштриховываю центр лба, подглазное пространство, центр носика. Здесь. Чуть вот тут. Вот эту зону я не матирую. Мне нравится этот легкий блеск. Чуть века могу заматировать, зафиксировать. Вокруг крыльев носа. И готово. Смотрите, лицо просто как будто бы его отфотошопили. Вот эта пудра, она настолько круто отражает свет, что визуально очень сильно выравнивает кожу. У вас будет эффект абсолютного фотошопа. Будете супер вообще. Смотрите, какая я вся идеально гладкая, ровная. Ну и, конечно, для тех, у кого жирная кожа, это супер крутое средство. Можете использовать ее в качестве праймера, когда после увлажняющего крема можете легко нанести пудру и поверх наносить тональный крем, тогда он будет более стойким. Либо если вы желаете получить себе очень стойкий макияж, то тоже вам пудра в помощь, потому что она супер классно фиксирует мейк, никуда он у вас не поплывет, он в принципе становится водостойким. Итак, друзья мои, я собой довольна very much. Вот так я хочу ходить каждый день. Офигенный цвет Concrete Dark Red. Если кто забыл, вдруг Poppy Blossom называется этот набор. Пока он есть, успевайте его купить, потому что он очень-очень-очень выгодно получается, и продукты все, ну, супер универсальные. Вот, все, весеннее настроение на сегодня получило свое воплощение на моем лице. Надеюсь, что на вашем тоже. Пробуйте, тут вообще нет ничего сложного, а выглядеть будете прям классно. Я вам желаю хороших выходных или не выходных, чего у вас там, не знаю, когда выйдет это видео. В общем, хорошего весеннего настроения, не поддавайтесь панике. И несмотря на то, что сейчас весь мир похож на одну сплошную игру в Джуманджи, я хочу сказать, что Весеннее настроение никто не отменял. Позитивный настрой и взгляд в светлое будущее с красивыми ярко-красными губами. Вот что я от вас требую, буквально-таки требую. И хочу видеть улыбки на ваших лицах. Всех целую и всем пока!